Hare Krishna. This morning we will read from the Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 15, the description of Vaikuntha, text 31. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, третья песня, 15 глава, 31 стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Табьям мисат анимишеша нитьямана сарва сфараттамаяпьяре патихарапатьям Учушурит Тамадидикситабанга Ишат Каманаджина Сасататупа Плутакса. Word for word translation. Табьям by those Пословный перевод. Этими двумя стражами. Мисатсу while looking on. Глядя на. Анимишешу demigods living in Vaikuntha. Полубоги, живущие на Вайкунтхе. Нисидьямана being forbidden. Которым запретили. Шуараттама by far the fittest persons. Достойнейшим из достойных. Япи, although, Хотя. Арехе, of Hari, the Supreme Personality of Godhead. Хари, верховной личности Бога. Пратихара папьям by the two doorkeepers. Двумя стражами. Учо, сат. Сказали. Суриттама, most beloved. Самые любимые. Тритакшита, eagerness to see. Желание видеть. Банге, hindrance. Препятствие. И сат, slight. Незначительное. Кама ануджена, by the younger brother of lust, anger. Младшим братом вожделения, гневом. Suddenly, Вдруг. those great sages, Эти великие мудрецы. appapluta, agitated, Возбужденные. aksha, eyes. Глаза. Translation and purport. Паиси Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада Гита. When the Kumaras, although by far the fittest persons, were thus forbidden entrance by the two chief doorkeepers of Shihari, while other divinities looked on, their eyes suddenly turned red because of anger, due to their great eagerness to see their most beloved master, Sri Hari, the personality of Godhead. Перевод и комментарии его божественной милости Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Перевод. Когда кумары, достойнейшие из достойных, были остановлены двумя главными стражами Шри Хари на виду у всех божественных обитателей Вайкунтхи, их глаза внезапно покраснели от гнева, вызванного нетерпеливым желанием увидеть своего возлюбленного повелителя, Шри Хари, личность Бога. The purport will go sentence by sentence. According to the Vedic system, a sannyasi, a person in the renounced order of life, is dressed in saffron-colored garments. Комментарий мы прочитаем по предложениям. По ведической традиции саньяси, или тот, кто дал обет отречения от мира, носит шафрановые одежды.
This saffron dress is practically a passport for the mendicant and sannyasi to go anywhere. Шафрановое платье – это своего рода пропуск, который открывает перед странствующим саньяси любые двери. The sannyasi's duty is to enlighten people in Krishna consciousness. Долг саньяси – учить людей сознанию Кришны. Those in a renounced order of life have no other business but preaching the glories and supremacy of the Supreme Personality of Godhead. Единственное занятие всех живущих в отречении заключается в том, чтобы прославлять Верховную Личность Бога. Therefore, the Vedic sociological concept is that a sannyasi should not be restricted. Поэтому в ведическом обществе запрещено ограничивать передвижение саньяси. He's allowed to go anywhere and everywhere he wants, and is not refused any gifts he might demand from a household. Он волен идти, куда пожелает, и любой домохозяин обязан дать ему все, что он потребует от него. The four Kumaras came to see the Supreme Personality of Godhead Narayan. Четверо кумаров явились в Духовное Царство для того, чтобы увидеть Верховную Личность Бога Нараяну. The word Suritama, best of all friends, is important. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово Сугритама, лучший друг. As Lord Krishna states in the Bhagavad Gita, he is the best friend of all living entities. В Бхагавадгите Господь Кришна называет себя лучшим другом всех живых существ. Суринам сарвабутанам. No one can be a greater well-wisher friend of any living entity than the Supreme Personality of Godhead. Сухридам сарвабутанам. У живых существ нет и не может быть лучшего друга и благодетеля, чем Верховная Личность Бога. He is so kindly disposed towards everyone that in spite of our completely forgetting our relationship with the Supreme Lord, he comes sometimes personally as Lord Krishna, appeared on this earth, and sometimes as his devotee, as did Lord Chaitanya, and sometimes he sends his bona fide devotees to reclaim the fallen souls. Господь так добр к нам, что несмотря на то, что мы забыли о своих взаимоотношениях с Ним, Сам приходит к нам. Иногда лично, как это было, когда на земле воплотился Господь Кришна, а иногда в облике Своего преданного, как это было, когда на землю приходил Господь Чайтанья, или посылая сюда Своих истинных преданных, поручая им призвать к покаянию все падшие души. Therefore is the greatest well-wishing friend of everyone, and the Kumaras wanted to see him. Таким образом, Господь – лучший друг и доброжелатель каждого. Его-то и хотели увидеть кумары. The doorkeeper should have known that the four Kumaras had no other business, and therefore to restrict them from entering the palace was not apt. Стражам следовало бы знать, что у мудрецов не было никаких других намерений, и потому они были обязаны пропустить мудрецов во дворец Господа. In this verse, it is figuratively stated that the younger brother of desire suddenly appeared in a person when the sages were forbidden to see their most beloved personality of God. В этом стихе метафорически говорится, что когда мудрецам помешали увидеть их возлюбленного Господа, на месте происшествия неожиданно возникла фигура младшего брата вожделения. So the younger brother of desire is anger. Младшим братом вожделения называют гнев. If one's desire is not fulfilled, the younger brother anger follows. Here we can mark that Вслед за неудовлетворенным желанием всегда приходит его младший брат гнев. Here we can mark that even great saintly persons like the Kumaras were also angry, but they were not angry for their personal interest.
Здесь необходимо отметить, что даже такие великие святые, как кумары, тоже иногда гневаются, однако они разгневались не потому, что были задеты их личные интересы. They were angry because they were forbidden to enter the palace to see the personality of God. А потому что им помешали войти во дворец и увидеть личность Бога. Therefore, the theory that in the perfectional stage one should not have anger is not supported in this verse. Следовательно, данный стих опровергает представление о том, что человек, достигший совершенства, не должен гневаться. Anger will continue even in the liberated states. В гнев иногда впадают даже те, кто получил освобождение. These four mendicant brothers, the Kumaras, were considered liberated persons, but still they were angry because they were restricted in their service to the Lord. Странствующие мудрецы Кумары были освобожденными личностями, но и они рассердились, когда стражники попытались помешать им служить Господу. The difference between the anger of an ordinary person and that of a liberated person is that an ordinary person becomes angry because his sense desires are not fulfilled, whereas a liberated person like the Kumaras becomes angry when restricted in the discharge of duties for serving the Supreme Personality of God. Гнев обыкновенного человека отличается от гнева освобожденной личности тем, что обыкновенный человек приходит в ярость от того, что ему не дают возможности удовлетворить желание его чувств. А освобожденные личности, какими были кумары, гневаются, когда им мешают исполнять обязанности, связанные со служением Верховной Личности Бога. In the previous verse, it has been clearly mentioned that the Kumaras were liberated persons. В предыдущем стихе уже говорилось, что кумары были освобожденными личностями. Vidita-atma tattva means one who understands the truth of self-realization. Vidita-atma tattva значит тот, кто постиг свою истинную природу. One who does not understand the truth of self-realization is called ignorance, but one who understands the self, the super-self, their interrelation and activities in self-realization is called vidita-atma tattva. Человека, которому неведомо истина самоосознания, называют невеждой. А того, кто постиг природу души и высшей души, и знает, в каких взаимоотношениях они находятся, и что нужно делать, чтобы осознать себя, называют видитатма татва. Although the Kumaras were already liberated persons, they nevertheless became angry. Кумары были освобожденными личностями, и тем не менее они разгневались. This point is very important. Becoming liberated does not necessitate losing one's sensual activities. Достичь освобождения – это очень важный момент. Достичь освобождения еще не значит прекратить деятельность чувств. Sense activities continue even in the liberated state. Чувства продолжают действовать даже у тех, кто обрел освобождение. The difference is, however, that sense activities in liberation are accepted only in connection with Krishna consciousness, whereas sense activities in the conditioned state are enacted for personal sense gratification. Разница, однако, заключается в том, что деятельность чувств освобожденной личности всегда связана с сознанием Кришны, тогда как в обусловленном состоянии деятельность чувств направлена на удовлетворение самих себя. Ом Агьянати Мандасья Чинамсана Шалхья Сакшвин Милитам Гена Тасмай Сигаве Нама Чичитаяма Нупстам Стаптам Гена Путале Швяму Пакадаме Ам Дадати Сваттавам Титам Вандихам Сиру Сиюда Падкамнам Сиру Мугасамам Са Си рупам джаджатам сакан рагнатам витам там сачивам садвейтам сабудитам барджан сайтам Си Кришна читанья девам Си рада Кришна падан сакан алита си висякам витам ша Хе Кришна Каруна Синдху Дина Бандачат Пате Каупеша Капка Канта Ранта Канта Намастате Тапта Кансна Гауранги Бради Вриндаванесвари
Пашабана, Сутадеви, Панамама, Харипри. Панха Калупта Вишанка и Пасин, Вейвиша, Патнам, Паван, Биофайш, Абьяванам. Чай Си Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Чиан Вейтхада Дах, Шиваса, Дигаура Бхактавина, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. Нама Ом Вишну Падай Кришна Пустая Бутали Шимати Бхакти Виланта Свами Динамини. Намасте Сарвисвата Деве Гаурвани Пачарани. Нирвишеша Синьяванги Паскачай Дезатай. So this four Kumaras were the first children of Lord Brahma. Итак, четверо кумаров были первыми детьми Господа Брамы. Brahma created them when he was meditating on processes of liberation, leading to liberation. Брама создал их во время того, как находился в медитации на те процессы, которые ведут человека к освобождению. So these processes were on which he was meditating were tapa, dhyan, vairagya, and sankhya. Итак, эти процессы, которые приводят человека к освобождению, на которые он медитировал, были тапа, гьяна, вайрагья и... And the last one was? Sankhya. И санкхи. So he was meditating on this process of liberation, and to his mind he created the four kumaras. Итак, в процессе медитации на эти процессы он создал в своем уме кумаров. What was Brahma's purpose to create living entities? Какова была цель у Господа Брамы? Его целью было создание живых существ. He got the mission of the Supreme Personality of Godhead to populate the universe. Он получил задание от Верховной Личности Бога населить Вселенную. And so after creating the four kumaras, the four kumaras are the form of very young boys, 4-5 years old. Итак, после создания четверых кумаров, которые приняли облик маленьких детей 4-5 лет. So they had not yet the age of puberty where lust comes to agitate the human being of not a human being which lust comes to agitate oneself when body comes to agitate the body and the mind. То есть они еще не достигли того возраста, когда у человека так сильно проявляется вожделение, что оно беспокоит его ум и тело. Because the four kumaras were not human beings. Поскольку четверо кумаров не были человеческими существами. They were at very subtle bodies. Они обладали тонкими телами. Like body. Of course, Brahma is the most subtle material body. It's the it's called a causal body, or a body made of intelligence. Конечно, наиболее тонким телом обладает Господь Брама. Это тело называется причинным, и оно состоит из разума или интеллекта. Of course, the most subtle the body, the more powerful the body. И, конечно, чем более тонким является тело, тем более оно могущественно. And the most subtle and powerful body is spiritual body, like Narada Muni, he had a spiritual body, and all the Vaikuntha residents have had also spiritual bodies. Но наиболее тонким и наиболее могущественным, соответственно, является духовное тело, которым обладал Нарада Муни, а также все жители Вайкунтхи. But when
Brahma created the four Kumaras. He instructed them to help him with the mission he received from the Supreme Personality of Godhead, which was to populate the universe, to help him populating the universe. И когда Господь Брама создал четверых кумаров, он попросил их помочь ему в его миссии заселения Вселенной. But they were already liberated persons. Но они уже были освобожденными личностями. They had no material desires. У них не было материальных желаний. And they knew the danger of becoming entangled in the material energy. И они хорошо понимали опасность вовлечения в отношения с материальной энергией. And they replied to Brahma, no, we don't want. И поэтому они ответили Браме, что они не хотят этого. We don't want to engage in acts that will bewilder us and bring us down. And bring us under control again of the material energy. Мы не хотим вовлекаться в деятельность, которая будет сбивать нас с толку и приведет к тому, что мы станем подконтрольны материальной энергией. And Brahma became angry. И тогда Брама разгневался. Interesting. That, Это интересно. And out of his, he could, Brahma could not keep his anger inside. He was controlled by the anger. Интересно, что Брама не смог сдержать свой гнев, не смог удержать его внутри. Гнев контролировал его. But he could not keep it inside. It would come out. And when it comes out to the mind, well, it creates living entities. Так Брама не смог сдержать свой гнев, он вышел посредством ума, и были созданы живые существа. And then the nine rudras were created and products of the mode of ignorance that and of which the foremost was Lord Shiva. И таким образом были созданы девять рудр, и наиболее могущественным из них был Господь Шива. But when there was one positive thing about this rudras. Но был один положительный момент по поводу этих девяти рудр. When Brahma asked them to procreate children and help him with populating the universe, they were very enthusiastic. Когда Брама попросил их создать потомство и помочь тем самым в его миссии, то они стали очень энтузиастичны. And soon there were very, very, very many rudras. Excuse me, Maharaj. Soon there were many, many more rudras. И вскоре появилось большое, огромное количество рудр. But they, because they were products of the most of ignorance, they started to destroy the universe. Но поскольку они были произведены гуной невежества, то они стали уничтожать Вселенную. Although Brahma is able to create living entities without the botheration of a wife, he had immediately big problems with his family. И несмотря на то, что Брама может создавать живые существа, не обращаясь при этом за помощью к супруге, тем не менее у него тут же начались проблемы с членами его семьи. So the four Kumaras, they didn't want to follow his instruction. А четверо кумаров не захотели следовать его наставлению. And then the Rudras, they started to destroy the universe, and it was the beginning of the creation.
И вот рудеры начали уничтожать Вселенную, и это было как раз в начале творения. But one positive thing was this. Rudras were obedient to Brahma. Но один позитивный момент заключался в том, что рудры подчинялись Господу Браме. And Lord Brahma called them all and said, your power of destruction you can use at the end of the universe when destruction is needed. Итак, Господь Брама призвал их и сказал, что вашу способность к уничтожению вы можете использовать в конце творения, когда она будет затребована. Now you have to control your anger and cool down. А сейчас остыньте, пожалуйста, и попытайтесь контролировать свой гнев. Therefore, I give you all the instruction to consciously meditate on the Supreme Lord in your heart without interruption, and that will bring you out of this mode of ignorance and passion, will bring you to transcendence and enable you to control your anger, to subdue it. И я дам вам наставления, с помощью которых вы постоянно и беспрерывно сможете медитировать на Верховную Личность Бога и таким образом подчинить себе гнев. So the best of the rudras is Lord Shiva, and therefore Lord Shiva is called Sambhu, the best of the Vaishnavas, because he's always meditating on the Supreme Lord in his heart. Лучшим из рудр является Господь Шива, поэтому его называют Шамбу, лучшим из вайшнавов, поскольку он все время в своем сердце медитирует на Господа Кришну. Although the four Kumaras were embodiments of processes of liberation, later on, Brahma instructed them in the knowledge of bhakti and the knowledge of the Supreme Personality of Godhead. И хотя четверо кумаров являются олицетворением процессов, которые ведут человека к освобождению, со временем Господь Брама дал им наставления, которые касались науки бхакти и Верховной Личности Бога. Although the four kumaras were not yet devotees, because of the instructions of Brahma, the teachings of bhakti, they became eager to go to Vaikuntha and see Lord Narayan, the Lord of Vaikuntha. Хотя четверо кумаров еще не были преданными, но благодаря наставлениям, которые им дал Господь Брама, у них появилось сильное желание отправиться на Вайкунтху и увидеть там Господа Вайкунтхи, Господа Нараян. So Maitreya Muni is telling Vidura about the origin of these great demons. These great demons, Hiranyakasipu and Hiranyaksha. И вот Майтрея рассказывает Видуре о том, каким образом появились, как произошли эти демоны, величайшие демоны Хираньякашипу и Хираньякша. And therefore, that he's telling the stories of the four Kumaras going to the gate of Vaikuntha to see Lord Narayan. И поэтому он рассказывает эту историю о том, как четверо кумаров отправились к воротам Вайкунтхи, и чтобы увидеть Господа Нараяну. In Vaikuntha there are seven gates, and they were permitted to go to the first, second, and the sixth, up to the sixth gate, and they came to the seventh gate. На Вайкунтхе есть семь ворот, и кумарам было позволено пройти через первые шесть. Вот они подошли к седьмым. There were sannyasis, great sages. They were not refused entrance everywhere, anywhere. Они были саньяси, великими святыми, поэтому им никто не препятствовал идти туда, куда они хотели, куда угодно. Still, there is a strange side to the story. Excuse me, Raj.
Still, there is a strange side to the story, a strange, a strange detail in the story. Okay. Да, но в этой истории есть одна необычная или странная деталь. На Вайкунтхе детей нету. Never seen. Вы их там никогда не увидите. So they are the former 5-year-old children. А они как раз приняли облик 4-5-летних детей. And the two doorkeepers of Vaikuntha, Chai and Vijay, they saw these children and they were surprised. What is this? И вот эти двое стражников Вайкунтхи, Джая и Виджая, увидели детей и были удивлены, что это такое. So they became a little in anxiety. Should we leave them in or not? What's happening? Поэтому у них появилось небольшое беспокойство. Они думали, впускать их или нет, вообще что происходит. Of course, that if you can go up to the gate of Vaikuntha, you must be a Brahmin, you must be liberated. Liberation is the highest perfection of the Brahmin. Конечно, чтобы вообще приблизиться к воротам Вайкунтхи, вы должны быть освобожденной личностью, то есть постичь Брахман. So Jai and Vijay should have known that they were great advanced teachers, otherwise they could not come there. Поэтому Джай и Виджай должны были знать и понимать, что это были великие святые мудрецы, иначе они бы не могли добраться до этого места. Srila Prabhupada in the Purport speaks a bit about in terms of the Vedic culture and still the Indian culture today. Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит об обычаях ведической культуры, которая также сейчас сохранилась в Индии. Sannyasi are not refused entrance anywhere, he writes. Он пишет, что саньяси не препятствуют идти тут или входить туда, куда они хотят. That, when Prabhupada was in America, he was surprised. Когда Прабхупада был в Америке, он был очень удивлен. He was walking with devotees on an agricultural field. Он прогуливался или шел с преданными по сельскохозяйственному полю. And the owner came and said, no trespassing allowed. You cannot walk here. Otherwise, I will shoot you. И вот появляется хозяин и говорит, что проход здесь запрещен. Вы не можете здесь ходить. В противном случае я вас пристрелю. Prabhupada was surprised. In India, when a sannyasi walks on the land of someone, the owner comes and asks for blessing from the sannyasi and says, it's very nice you are blessing my field. Прабхупада удивился, поскольку в Индии, если саньяси идет по какому-то полю, по какому-то участку земли, то его хозяин обычно выходит и просит благословения, говорит, спасибо, что ты благословил мою землю. And Srila Prabhupada compares it to the sannyasis to children 3-4 years. They in India in the summer they walk naked. And they can go into every house and every door. Nobody will stop them. They have just a desire to go and they go. Шрила Прабхупада сравнивает саньяси с детьми 3-4 лет в Индии. Они спокойно ходят по улицам, и никто не запрещает им идти туда, они хотят, куда они хотят. So they can enter any door. Поэтому они могут войти в любые двери. And the four commandments were also like children, that they could enter any door. И четверо кумаров, они также были подобны детьми, в принципе, могли зайти в любую дверь. That, so that's the first point that Prabhupada makes in the purport sannyasi are not refused entrance anywhere. Итак, это первый момент, о котором говорит
Шрила Прабхупада в своем комментарии, что саньяси не запрещалось входить никуда вообще. So the four Kumars had a desire to see Lord Narayan because they heard about it from Lord Brahma, and they just went, but they were stopped with giant Bija. Так четверо кумаров хотели увидеть Господа Нараяну, поскольку о нем им рассказал Господь Брама. Поэтому они просто пошли, ну, встретили на своем пути Джая Виджая. They wanted to see Lord Narayan because they knew he's the friend of all living entities. Они хотели увидеть Господа Нараяну, поскольку знали, что он является другом всех живых существ. He said, Bhaktam Sagatapsam Savlokam Ashvam Suridam Sarvabhutanam Suridam Sarvabhutanam. One who knows that Krishna is a friend of all living entities, he becomes peaceful. Something. Бхактарам Ягьятапасам Сухридам Сарвабутанам, то есть человек, который понимает, что Господь является другом и благожелателем всех живых существ, обретает умиротворение, шанти. The four Kumaras were already prasannatma, were already peaceful, because they were liberated. Ну, четверо кумаров уже были умиротворены, они были прасанатма, поскольку получили освобождение. But they knew that Krishna is in the heart of every living being, or Lord Narayan is in the heart of every living being, because he's the friend of all living beings. Они также знали, что Господь Нараяна, поскольку является другом всех живых существ, он также находится в сердце этих живых существ. We came to this material world because we forgot Krishna. Мы пришли в этот материальный мир, потому что забыли Кришну. We wanted to forget him. Мы хотели забыть его. We have become very successful in this material world to forget him. И в своих попытках забыть его здесь, в материальном мире, мы стали очень успешными. But by that we forget also our real self. Ну, таким образом, мы также забыли о своей сущности. We forget that we are an eternal servant of the Supreme Lord. Мы забыли, что являемся вечными слугами Верховной Личности Бога. And we have forgotten about devotional service. И мы забыли о преданном служении. But when we came to this material world, Krishna came with us as a super soul. Но когда мы пришли в этот материальный мир, то Кришна пришел вместе с нами, как сверхдуша. Although we are by Mukha, we turn our face away from Krishna. Krishna is in our heart waiting until we turn our face back to him. И несмотря на то, что мы являемся бахирмухами, то есть мы отвернулись от Кришны, Кришна терпеливо ждет, когда мы снова повернемся своим лицом к Нему. Suppose that you have an appointment with someone at a certain time. Ну, давайте представим, что у вас назначена встреча с кем-то на определенное время. You are there at the exact time, but the person is not yet there. И вы явились на эту встречу в оговоренное время, но личность еще не пришла туда, которой вы должны встретиться. And you are waiting already 1 hour. И вы уже прождали час. So we become irritated. Так, поэтому в такой ситуации обычно мы раздражаемся. Impatient. И становимся нетерпеливыми. But Krishna is in our heart waiting since time immemorial, just waiting for us. Но Кришна в нашем сердце ждет с незапамятных времен, он ждет нас. Is that not a good friend just waiting for us? Не говорит ли это о том, что он действительно хороший друг, поскольку так долго ждет?
So the four Kumaras heard from Brahma and they knew about it. Итак, четверо кумаров услышали об этом от Господа Брамы. And when they were stopped by giant Vijay, их остановил Джай Виджай. Then the younger brother of desire came, anger. И когда это произошло, то появился младший брат вожделения, гнев. Да-да. So this happens constantly in the material world. И в материальном мире это случается постоянно. Тарети фисиапамсан сангрити спачарити сангра саньятика макама кауда биджарати. If one starts to meditate on fulfilling material desires, but then the result comes, because what one meditates on material desires, and lust develops, attachment develops, but then when the result is there, it's not what expected, and one becomes anger, the younger brother of desire comes, anger. Итак, когда человек медитирует на какие-то материальные желания, то неизбежно появляется вожделение, приходит привязанность. Когда человек получает результат, то это обычно не то, что он ожидал. И вот таким образом появляется младший брат вожделения, гнев. Of course, this younger brother has also other brothers. И, конечно, у этого младшего брата также есть и другие братья. That envy, greed, envy, and so on. Зависть, жадность и так далее. Finally, illusion. Иллюзия. That. But that is the process when we become angry for sense gratification, for not fulfilling our sense gratification. Ну, такой гнев появляется в результате того, что мы не удовлетворяем наши материальные желания, наши чувства. But the four Kumaras were not angry for their personal interests. А вот четверо кумаров разозлились не из-за того, что не были исполнены желания. They were using anger to see, because they became angry because they wanted to see Lord Narayan, and they were obstructed in their devotional service of going to see Lord Narayan. Четверо кумаров разозлились не потому, что не были исполнены какие-то их личные желания. Они просто хотели увидеть Господа Нараяна и встретили препятствия на пути своего преданного служения. There were no material desires. That means they were using anger in the service of the Lord. У них не было материальных желаний, и это означает, что они использовали свой гнев в служении Господу. We have Hanuman, Bhima. They were very much empowered by the Lord to use anger in devotional service. Хануман, Бхима, их Господь уполномочил на то, чтобы они использовали гнев в преданном служении. That, they were not angry because of not fulfilling material desires. Они гневались не из-за того, что были не исполнены их материальные желания. Also, a kshatriya uses anger in the service of the Lord. Кшатри используют свой гнев в служении Кришне. Arjun, after his son Abhimanyu was killed, he vowed, next day I will kill Jayadratha. А Арджуна, после того, как убили его сына Абхиманию, он на следующий день он сказал, я убью Джаядратху.
So he was using it in his service to more intensify his service, and Krishna empowered him to kill Jayadratha in a wonderful way. Поэтому Арджуна использовал свой гнев, Господь уполномочил его на это, и таким образом он убил Джаядрадху. Because Duryodhana and his brothers and the gurus, they made a spear formation very long, and Jayadratha was at the end, really. И сделан это замечательным, удивительным образом, потому что Дурьодана и Кауравы, они выстроили воинов таким образом, чтобы они защищали Джаядратху. Джаядратха находился в самом конце. But anyway, with the help of Krishna, he managed to kill Jayadratha. Ну, так или иначе, с помощью Кришны Арджуна умудрился убить Джаядратху. So a sadhu can become angry because of love and compassion for a person, and that is not inappropriate. Саду гневается на кого-то только лишь из сострадания, и это не является чем-то неправильным. So a surgeon is using a knife. It looks like violence. Когда хирург использует нож или скальпель, это все выглядит как применение насилия. No, it's for the good of the person. Но в действительности это во благо личности. The four Kumaras wanted to see Lord Narayan, and they were checked. Итак, четверо кумаров хотели увидеть Господа Нараяну, но им воспрепятствовали. Prabhupada many times used anger to chastise his disciples, and sometimes very happy. Прабхупада очень часто использовал гнев для того, чтобы отчитать своих учеников, и это было достаточно жестко. They would anger, have anger, show his anger, and then a few moments later, he was in the lecture, and they were laughing like nothing ever happened. He was not affected. Но на Шрилу Прабхупаду этот гнев не влиял. Он проявлял его и уже через несколько минут мог вести лекцию, смеяться. So Prabhupada used anger like a sword. Поэтому Шрила Прабхупада использовал гнев подобно тому, как использует меч. He showed the sword and then put it back into the sheath. Finished. Это похоже на то, как, знаете, показывают меч и потом вкладывают его обратно в ножны. We know that when Hanuman was in Lanka and he gave the ring of Ram to Sita, and then later he was contemplating on what to do further. Это когда, мы знаем, что когда Хануман попал на Ланку, он принес кольцо Господа Рамачандры Сити, то после этого он размышлял, чем заняться дальше. And his plan was that they would catch him, he would allow them to catch him, and then show his power so that they would be informed of the power of the servants of Lord Ram. И у него созрел такой план, он подумал, что он поддастся, его поймают, и когда его поймают, он проявит свое могущество и тем самым покажет могущество слуг Господа. Sorry. We know that when they catched Hanuman, they put his tail on fire. И мы знаем, что когда Хануман был пойман, ему подожгли хвост. But by the mercy of Agni, the fire was feeling for him just like some coolness.
Но по милости Агни Ханумал ощущал воздействие этого огня, подобно тому, как... То есть он чувствовал, как будто это был холодок. He was jumping from one building to another, putting them all on fire, using his anger. И он прыгал со здания на здание и поджигал их, используя свой гнев. And when Lanka was burning a little later, Hanuman was sitting very peaceful on the shore, very peaceful. И после того, как Ланка была сожжена, буквально несколько мгновений после этого, Хануман, умиротворенный, сидел на берегу. He was peaceful, he was not controlled by the anger. Он был умиротворен, то есть он не был подконтролен гневу. He was using the anger was not using him. Он использовал гнев, а не наоборот. So liberated persons use anger. On the liberated platform there are emotions. Поэтому освобожденные личности, они также используют гнев, то есть на уровне освобождения эмоции существуют. The experience of spiritual emotions, Rupa Goswami explains in the beginning of the Bhagavatam as bhakti ras. И Шрила Рупа Госвами описывает вот этот опыт, когда личность испытывает духовные эмоции в начале нектара преданности, называя это бхакти-расой. And there are five sthayi bhavas of five permanent emotions that a devotee can experience. Есть пять стхая-бхав, то есть пять постоянных или основных эмоций, которые может испытывать преданный. Santaras – neutrality, Sakyaras – dasyaras – servitorship, Sakyaras – friendship, and Vatsalyaras – parental love, and Madhuryaras – conjugal love. Так это шантараса, то есть нейтральные отношения, дасираса, отношения слуги. Также это отношения дружбы, родительская любовь и супружеская любовь. And then you have seven secondary rasas. И также есть семь второстепенных рас. And these rasas, they come and go. Эти расы, они проявляются и затем уходят. And one of these rasas is anger, Rudra. И вот одной из этих рас является гнев Рудра. But a liberated person, a devotee uses anger, is not controlled by the anger. Но освобожденная личность, преданный, он использует гнев. Гнев не контролирует его. Non-liberated persons are controlled by the anger. Личности, которые не обрели освобождение, они как раз попадают под влияние и гнева. Гнев контролирует их. So we are using anger in the service of Krishna. Поэтому мы используем гнев в служении Кришне. Like we are using the mind in the service of Krishna. Так же, как, например, мы используем ум в служении Кришне. If the mind and intelligence is polluted by material desires, then unless we use the mind and intelligence in the service of Krishna, mind and intelligence will use us to fulfill material desires, become under control of the mind and the senses. И ум и разум наш загрязнены материальными желаниями до тех пор, пока мы не станем использовать их в служении, то ум и разум будут контролировать нас. Because we are not in a state of transcendence yet. Поскольку мы пока не находимся на трансцендентном уровне. In the state of transcendence, the material modes are not operating. И на этом уровне, на трансцендентном уровне, материальные гуны уже не влияют. Because we are performing Vaidhi Sadhana Bhakti, devotional service,
In practice, we are in a transition state. И поскольку мы выполняем вади садхана бхакти, то мы находимся в переходном состоянии. And we must be very careful to 24 hours a day engage our senses in the service of the Lord, our mind and sense in the service of the Lord. Otherwise, this creates a possibility that the mind will engage us in the fulfillment of material desires and misuse the intelligence for that purpose. И мы должны быть очень осторожны и 24 часа следить за тем, чтобы ум и чувства были заняты в служении Господу. В противном случае ум и чувства займут также и разум, используют его для того, чтобы осуществить эти материальные желания. So, but the four Kamaras had knowledge of liberation and had received knowledge from their spiritual master, their father, Brahma. Четверо кумаров были осведомлены в науке об освобождении и получили знания от своего духовного учителя, от Брамы. Although they were not yet devotees, they were viditātma tattva. Несмотря на это, они еще не были преданными, они были видитаатма татва. They had knowledge of self-realization. У них было знание о науке самоосознания. Liberation in itself is not self-realization. Но само по себе освобождение не является еще конечным постижением себя. Because it is only understanding that we are not a body. Поскольку это всего лишь понимание того, что мы не являемся этим телом. It's, that is not self-realization. Self-realization is understanding who we are. Это еще не самоосознание. Самоосознание подразумевает, что мы понимаем, кто мы. Being not a body, it's not our spiritual identity. То, что мы не являемся телом, это еще не наша духовная сущность. It doesn't give positive knowledge about who we are. Это не дает позитивного знания о том, кем мы являемся на самом деле. Bhagavad-gītā says, mamāyavam sucha velika jīva bhūtasnam. We are a part and parcel of Krishna. В Бхагавад-гите говорится, что мы отделенные частички Кришны. We are the soul is a servant of Krishna. И душа является слугой Кришны. To know that we are a servant of Krishna. Знание о том, что мы являемся слугой Кришны. We must know who Krishna is. Придет, если мы будем знать о том, кто такой Кришна. And that Krishna is also the supersoul of the supersoul. И что Кришна является сверхдушой. And that we as the self are his servants. И мы, наша сущность, это слуга Кришны. And that there are activities in devotional service. И что в преданном служении есть определенная деятельность. There are activities in self-realization. Есть деятельность, направленная на самоосознание. So the four Kamaras were viditātma, had knowledge of viditātma tattva, these three things. И у четверых кумаров было знание этой видитатма татвы, трех вещей. The self, the super-self, and activities of self-realization, which is devotional service. Это знание или понимание себя, понимание сверхдуши, понимание деятельности в преданном служении. So they wanted to see the Supreme Lord. И таким образом они хотели увидеть Верховного Господа. They had not really developed yet the qualification of devotion. Ну, в действительности, они еще не совсем развили в себе квалификацию для преданного служения.
But they have this knowledge, which is a qualification for us to perform Vaidisadhana Bhakti, knowing these three things. Ну, для нас знание этих трех вещей является квалификацией для того, чтобы совершать вайдисадхана бхакти. Знание об этих трех вещах. So they were, in a sense, new bhaktas. Поэтому в каком-то смысле их можно назвать бхактами, новичками. And Jai and Vijay were very senior devotees. А Джай и Виджай были старшими преданными, очень старшими преданными. They were, since time immemorial, serving the Lord of Vaikuntha. С незапамятных времен они служили Господу Вайкунтхе. And when the four Kumaras cursed Jai and Vijay, Lord Narayan, who is in the heart of everyone, immediately knew this. And he came walking to the gate of Vaikuntha to out of concern Jai and Vijay. И когда четверо кумаров прокляли Джая Виджая, то Господь, находящийся в сердце каждого, он уже об этом знал и поэтому явился к воротам Вайкунхи, поскольку переживал за своих слуг, за стражников Джая Виджая. Yes. That, but then, of course, yes, we know that when Lord Narayan arrived there, the four Kumaras, their mind changed. They got the experience of devotion. И мы знаем, что произошло затем, что когда туда прибыл Господь, то четверо кумаров, их ум поменялся, и они получили опыт вот этого преданного служения, опыт преданности. That will be explained in verse 43 of this chapter, that means 12 verses further. И это будет объясняться в 43 стихе этой же главы, то есть через 12 стихов. When the breeze carrying the aroma of tulsi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead. Когда мудрецы вдохнули принесенный ветром аромат листьев тулуси, которые лежали на пальцах лотосных стоп личности Бога. When that breeze entered the nostrils of the, of those sages. Этот ветерок, он проник в ноздри святых. They experienced a change in body and in mind. Они почувствовали перемену, которая произошла в их теле и в уме. Even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. Хотя они были очень сильно привязаны к концепции безличного Брахмана. Then they became so attracted to the Supreme Lord that they became devotees. And that was the beginning of their development of devotion. И затем они так привлеклись с Верховной Личностью Бога, что стали преданными. И это начало преданного служения. So that, that is a few points I could make on this most amazing pastime. Это всего лишь несколько моментов, которые я могу сказать по поводу этой великолепной лилы. Any questions, please? Может, есть какие-то вопросы, пожалуйста? Спасибо большое за лекцию, Радж. Также у нас на канале было 18 зрителей, и Ольга и Раиса передают поклоны и благодарность. Ольга и Раиса, да? Да, да. Thank you so much for the class, dear Bhakti Prabhu Maharaj. We also have a live stream, and Mataji Olga and Mataji Raisa convey their obeisances to you.
I could send my obeisances back. Thank you. Хари Кришна, и мои поклоны, пожалуйста, примите. Спасибо. Спасибо. И также в чате у нас был вопрос от Евгения Прабу, а точнее даже два вопроса, таких небольших. Первый – это как побороть вожделение на самом грубом уровне? Вот такой вопрос на телесном уровне, можно сказать так. Uh-huh. Да, я вижу этот вопрос. And also in our chat in Zoom, we have two questions from Eugene Prabhu. The first one is how to defeat the passion, how to defeat the lust on the gross level, on the bodily level, is the first one. Yeah, and so you translate this? You mean translate into Ukrainian, Russian? Yes. Oh, it was already translated by the devotee before. Okay, good. So the question here is, how can we defeat lust, especially on the gross level? Итак, вопрос здесь заключается в том, как нам победить вожделение, в особенности на грубом уровне. The cause of lust lies on the subtle level. Причина вожделения, ну, как раз лежит на тонком уровне, находится на тонком уровне. Without removing the root cause on the subtle level, we cannot get rid of it on the gross level. И мы не сможем избавиться от грубого вожделения, пока мы не устраним коренную причину, которая находится как раз на тонком уровне. So anger is the younger brother of material desire. Гнев является младшим братом материальных желаний. Krishna consciousness is a science to change our desire. И сознание Кришны – это наука, которая объясняет, как поменять наши желания. It's from material desire to spiritual desire, from the desire to gratify our senses to the desire to gratify the senses, spiritual sense of Krishna. И эта наука рассказывает, как постепенно поменять наши материальные желания на духовные, то есть как перестать хотеть удовлетворять свои чувства и начать удовлетворять чувства Кришны. By serving, by using our, yeah, all our senses and the mind in the service of Krishna, they become purified. Когда мы используем все наши чувства и ум в служении Кришны, то они очищаются. They become purified from this lust. Они очищаются от этого вожделения. That's so therefore, the example is given from that's of Ambarish Maharaj, how we used all his senses in the service of the Lord. И приводится пример Амбариши Махараджа, и рассказывается о том, как он задействовал, использовал все свои чувства в служении Господу. So Vaimana Krishna Padarava, and he used always his mind to think of Krishna. Свой ум он всегда использовал для того, чтобы думать о Кришне. He spoke only about Krishna. Говорил он только о Кришне. He used his hands to cleanse the temple floor. С помощью своих рук он убирал храм. Shrutim Karajta Satkato Dayu, he used his ear to hear about Krishna. Уши свои он использовал для того, чтобы слушать о Кришне. Mukunda Lingalaya Darshanirisa, he used his eyes to see the deity of Krishna. А свои глаза он использовал для того, чтобы созерцать
божество Кришны. He used his sense of touch to touch the bodies of devotees. И он касался преданных таким образом, задействуя свое чувство касания. He engaged his sense of smelling in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord. Обоняние свое он использовал для того, чтобы вдыхать аромат туласи, предложенных Господу. And engaged his tongue in tasting the Lord's prasad. А язык свой занимал тем, что пробовал просад Господа. Whereas Amrish engaged his legs in walking to holy places and temples. Махараджа Амбариш использовал свои ноги, чтобы отправляться или в святые места, идти в храмы. His head in bowing down before the Lord. Голову свою он склонял перед Господом. And he used especially his desires in serving the Lord. А свои желания он использовал в служении Богу. And that 24 hours a day. Этим он занимался 24 часа в сутки. So that we must learn to engage our body, mind and senses 24 hours a day in the service of the Lord. Вот этому мы должны научиться 24 часа в сутки задействовать свои чувства и свой ум в служении Господу. Srila Rupa Goswami describes this as the action of the spirit soul in devotional service, the action of a liberated person. Рупа Госвами объясняет это как деятельность души, которая находится на уровне освобождения. Iyayasyare dasye karmana manasagari nikalesha bhavasisu jiva mukta uchyate. One who uses his body, mind, speech, desires, all in the service of the Lord, is in the liberated, acts in the liberated state, and will be soon liberated from these material desires. Он говорит о том, что тот, кто использует свой ум, чувства, речь и тело в служении Господу, действует как освобожденная личность и вскоре ею станет. So that's one of the most important functions of a spiritual master, to help you to do that. И одна из самых главных задач духовного учителя заключается в том, чтобы объяснить вам, как это делать. We need the help of a spiritual master to do that, because the spiritual master, he has gone through it, this process, and he's expert in it. Так нам потребуется помощь духовного учителя, поскольку он прошел через этот процесс, и он является экспертом в этом процессе. So it needs specific guidance also. Поэтому для таких вещей также требуется определенное руководство. These are the principles. Вот такие вот принципы. The details how to apply this you have to discuss with senior devotees or the spiritual master. То есть это общие принципы, а уже подробности, детали вы должны обсудить со старшими преданными или со своим духовным учителем. This is my answer on your first question, but you added second question. Итак, это мой ответ на ваш первый вопрос, но также у вас был и второй вопрос. Спасибо большое, Махарадж. И второй вопрос по поводу джапы. Вопрос в том, что преданным нашего уровня, скажем, начинающим преданным при чтении джапы, на что стоит делать акцент? На количестве кругов джапы или на качестве повторения этих кругов? Такой вопрос. Спасибо. And so the second question is about japa, chanting or rounds. What is the best for the beginners? Should we more invest in quality or should we invest more in quantity? Mm-hmm.
when we are chanting our rounds. So what's the best, quality or quantity? I answer this with another question and answer. Я отвечу на это другим вопросом. I've been traveling as a servant for many years with Kalabnanda Swami. Отвечу на это другим вопросом и ответом на него. Много лет я путешествовал вместе с Прахладанандой с вами. And a devotee asked Prahladananda Maharaj, can I chant Hare Krishna while driving? И преданный как-то задал ему вопрос, могу ли я повторять свои круги за рулем? He said, Prahladananda Maharaj said, if you chant while driving and you chant with attention, you become a danger on the road because you cannot give full attention to the road. И на что Прахладананда Махарадж ответил, ну, если ты за рулем воспеваешь и делаешь это внимательно, то для других участников движения ты становишься угрозой, поскольку если ты сосредоточен на воспевании, то на дорогу тебе уже будет сложно смотреть. If you chant Hare Krishna and you give attention to the road, then and not to the chanting, then your chanting is inattentive and offensive and will not help. А если ты за рулем воспеваешь, но при этом сосредоточен на дороге, повторяешь невнимательно, то тогда твое оскорбление будет оскорбительным и не принесет результатов. So quality chanting is important. Поэтому качество повторения – это важно. If we chant with offenses and inattentive, если мы повторяем с оскорблениями невнимательно, that, we are like a rat in a rolling path. It's a circular thing that rolls, and the rat runs, but it remains at the same place. Just the thing is going round and round. Вот если мы так повторяем, то мы становимся подобны белке, ну или Махарадж говорит, крысе в колесе. То есть она бежит внутри этого колеса, колесо крутится, но при этом крыса сама никуда не движется, колесо остается на месте. Like Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj gave the example of a marriage party in the dark, it was Amavasya, completely no moon, and they were into a boat was going to bring us them to the other side of the river. И Бхактисиддханта Сарасвати приводит этот пример, когда на свадьбе компания в Амавасию, это очень темное время, когда ничего не видно, они забрались в лодку с целью переправиться на другую сторону реки. And the boatman was rowing the whole night. И лодочник, он греб всю ночь. But when the twilight came, they saw, oh, we are still at the same place. We didn't move any yard, any meter, still on the same place. Ну, когда начало светать и что-то стало видно, то они обнаружили, что не сдвинулись даже на метр. То есть они остались на том же месте. Because they didn't lift the anchor. Поскольку они забыли поднять якорь. So chanting with attention and without offenses is like lifting the anchor. Then we will make progress. То есть, когда мы повторяем внимательно, без оскорблений, это как раз подобно тому, как мы поднимаем якорь в этом случае. То есть, в таком случае мы будем прогрессировать. So, better to chant the minimum of 16 rounds that we must do, but with attention, than chanting 40 or 50 rounds with no attention.
Поэтому, конечно, лучше повторять 16 кругов. Это тот минимум, который мы должны повторять. Но делать это внимательно, чем повторять 40-50 кругов, но невнимательно. But still the chanting can bring you the constant chanting of the holy name, Haridas Thakur, can help you to overcome the offenses. Но, тем не менее, Шрила Харидас Такур, он утверждает, что постоянное воспевание святого имени поможет человеку преодолеть оскорбление. But we are not on the level to constantly chant. Вот. Правда, мы не находимся на том уровне, когда мы можем постоянно воспевать. Better not to think yourself Haridas Thakur. Лучше не думать о себе, как о Харидасе Такуре. Thank you very much. Someone else? Спасибо большое. Надеюсь, это помогло, было полезно. Арунаян, Прабу, please. Харе Арунанайна Кришна, Прабу, пожалуйста. спасибо за лекцию. Вот у меня вот такой вопрос возник. Вот интересно, вы как бы, не знаю, по-новому открыли для меня эту ситуацию, что как Кумары, как новые бхакты, Джай-Виджай, это такие старшие преданные. Вот, и произошел конфликт, да, то есть Джай-Виджай не хотели, чтобы Господа побеспокоили, как вот мы можем тоже как-то защищать, так сказать, там, божеств или, не знаю, какой-то порядок там в храме, да, это от новых преданных, которые там какие-то, как сказать, необученные там этикету и так далее. Вот. Но что интересно, что похоже, как бы особо, ну, вроде произошел конфликт, но особо и виноватых, как, ну, и нет, никто не понес, как бы, последствия. Вот, ну, что-то мне так вот непонятно, да, то есть у них прям даже проклятие, как бы, там, друг на друга. Но по большому счету, как бы, и тот хотел послужить, поэтому, ну, и те хотели послужить, поэтому, ну, то есть, какие последствия? Кто-то из них виноват или не виноват? Вот как вот тут можно, ну, как-то правильно понять? Спасибо. Okay, thank you. Please accept my obeisances. Thank you so much for the class. It was something new for me to hear that in this past time the Kumaras, they are like bhaktas beginners, and Jai and Vijay, they are seniors, and so the both parties they wanted to serve the Lord because. Jai and Vijay, they wanted to keep the Lord free of some anxieties which can new bhaktas bring to him. Like sometimes we do this in our temple because new bhaktas they don't know the etiquette, and so it could be the cause of some disorder of the mass. So we're not letting them to do some things as the senior devotees, the new bhaktas. And on the other hand, the Kumaras, they wanted to see the Lord, which was also the devotional service. And so it seems like there was a conflict, but I cannot understand. So who was guilty? So who was right and who was wrong? It seems like nobody was wrong. Everyone was right. And what reactions did they get, actually? What was the result for the both parties? Who was right? Yeah, the pastime is a little more complicated. Да, эта лила немного более сложная, чем может показаться. Because Jai and Vijay had a desire in their heart. Поскольку у Джая и Виджая в их сердце было одно желание. And the Lord wants always to fulfill the desires of the devotees. А Господь всегда хочет выполнять желания своих преданных. And what was their desire? И какое же это было желание? All the capacities which are in Krishna are in us, and all what is in Krishna, but in an unlimited way.
Так все способности или все качества, которые присутствуют в Кришне, они также есть и в нас, но в ограниченном количестве. So sometimes persons in this material world, especially kshatriyas, they want to fight, they like to fight the kshatriya. That is, they like it. И иногда мы видим, как люди в материальном мире, некоторые люди, в особенности кшатрии, они любят сражаться. Просто это нравится. The giant which I was thinking, yes, we want to give the Lord a good fight. And we want to fight with him, so to give him a good fight, to serve him. И Джая Виджая вот так и размышляли, они говорили, они думали, что хотели бы сразиться с Господом, чтобы служить ему таким образом. That's not possible in Vaikuntha. Но на Вайкунтхе это невозможно сделать. Therefore, Lord Narayan knew this, and he made an arrangement that the four Kumaras would curse Jai and Vijay to give them the opportunity to come to the material world and fight with the Lord and serve in that way. И поэтому Господь Нараяна, зная обо всем этом, устроил все таким образом, чтобы четверо кумаров прокляли Джая Виджая. Они попали в материальный мир, где смогли бы сразиться с ним. И таким образом он удовлетворил их желание. Of course, when Lord Narayan came at the gate, he didn't want to offend the Brahmins, because the Brahmins are very dear to the Lord. Конечно, когда возле ворот Вайкунтхи появился Господь, он не хотел оскорблять браманов, поскольку браманы очень дороги ему. And then Lord Narayan spoke. He said first, the Brahmins are very dear to me, and I would lump off my own arm if my arm would hurt the Brahmins very strong. И когда Господь заговорил, первое, что он сказал, что браманы очень мне дороги, и я скорее отрублю свою собственную руку, чем позволю ей как-то навредить браманам. But then he spoke a series of verses which have in the Sanskrit two meanings. И затем он произносит целую серию стихов, которые на санскрите можно трактовать двояко, они имеют два значения. One meaning is only praise for the Brahmins. Одно значение заключается в том, что это прославление браманов. But the other meaning is it was formulated as the other meaning was as such that the four Kumaras at the end understood, yes, we are at fault. We should not have cursed this giant Vijay, they are senior to us. We have made a great offense, they understood. Но второй смысл этих стихов, или эти стихи были сформулированы таким образом, что после того, как Господь произнес их, четверым кумарам пришло понимание, что вина лежит, ну, то есть мы виноваты, и Джая Виджая являются старшими преданными, не следовало нам их проклинать. То есть они все поняли. This does not only appear from the Bhagavatam, but also of the commentaries of our previous acharyas. It's very exciting. И да, это можно понять не только из самого Бхагавата, но и также из комментариев наших предшествующих ачарьев, и это очень захватывающе. So, the pastime is quite complex, much more to say about that. But I think that may give you a little light in what direction it goes. Поэтому как раз эта лила, она достаточно сложная, можно много чего еще об этом сказать, но я надеюсь, что это даст какое-то представление о том, как бы куда дальше копать, к чему это все. Finally, it was all an arrangement of Lord Narayan to give Jai and Vijay the opportunity to serve him according to their design. Но все это было так или иначе устроено Господом Нарайаной, чтобы удовлетворить желание Джая и Виджая служить Господу определенным образом, как они того хотели.
and to turn at the same time the four Kumaras into full-fledged devotees. They from Brahmavadis, they became real bhaktas. Ну, также целью Господа было превратить четверых кумаров в настоящих бхакт, в преданных Господа из Майявади, какими, ну, кем они являлись до этого. So that is what I remember from the commentaries that I read. Вот то, что я могу вспомнить из комментариев, которые я читал. Good. Thank you very much. Хорошо, спасибо большое. Was very happy to be with you, and I'm looking forward to serve you again in the future, if Lord Krishna willing. May Srila Prabhupada and Lord Krishna bless you all there in Odessa, in this beautiful temple with Jagannath. Hare Krishna, Jai Prabhupada. Спасибо, я был очень рад вас всех видеть сегодня, и надеюсь, в ближайшем будущем смогу еще вам послужить. Пожалуйста, примите мои, точнее, пускай Господь Кришна и Шрила Прабхупада благословит вас и ваш замечательный храм, где установлен Господь Джаганнатха. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Hare Krishna.